Во время процедуры People Review мы проявляли ответственность, уважение и доверие. Мы применяли позитивное мышление, смелость, вовлеченность, креативность и инновации. Это было сложно, но выполнимо. Это было волнительно, но результативно. Благодаря процедуре People Review мы вышли с нашими сотрудниками на новый уровень взаимоотношений, партнерства. Мы попробовали, и у нас получилось договориться друг с другом о планах, целях на год и шагах развития в компании. Процедура People Review дала возможность с моим руководителем обсудить мои достижения и зоны развития на 2015 год. Мы получили обратную связь от своих руководителей и теперь знаем, куда двигаться, к чему прикладывать больше усилия в этом году. Мы рады, что есть такая процедура, которая позволяет оценить более детально наши компетенции. Мы увидели для себя возможность развития в компании как вертикально, так и горизонтально. Для нас открылась возможность расти в своей профессии от начинающего до эксперта. Процедура Кедр помогла мне узнать ближе сотрудников из других отделов, их достижения и заслуги. Благодаря People Review мы выявили потенциальных сотрудников. И теперь мы знаем, кого мы будем растить в 2015 году. В ходе диалога с сотрудниками мы получили для себя много ценной информации, что позволит нам в 2015 году оптимизировать и улучшить нашу работу. Для меня очень важно, что программа People Review помогает нам сделать наших сотрудников сильнее, что называется Empowered People, а вместе с ним и всю нашу компанию.